Я сижу, ребенок от стекла, что-то разбилось тут. За мной сидит женщина полная такая. Потом зашла в деревню какой-то, там зеленая такая вывеска на трассе есть. Вот она там зашла, девушка еще, по-моему, девушка. Я там уже не смотрелась, она села где-то сзади. И, возможно, там еще я не помню, я не смотрела. Ребенок один был. Походить со мной? Нет, вообще. А, людей больше не было. Людей больше не было. А во сколько? Около 12. А, выехали? Ну, около 10, наверное. Около 10. С какой скоростью? Ой, не знаю, не знаю. А как произошло где-то? Смотрите, ехали, вот так мы ехали. Так, вот проезжая часть, да? Вот где? Вот. Вот смотрите, вот мы едем, вот грузовик. Тут грузовик. Ага. Тут отсюда выезжает еще один грузовик. Еще один грузовик, да. Навстречу. Он пытается уходить, значит. Сначала он был очень. Короче, мы когда его. Ну я не знаю, на обгон или он объезжал, потому что этот медленно ехал. Ага. А тут потом третья какая-то машина. Я не знаю, когда она появилась, третья машина. Может быть, это третья машина вот здесь была. Он из-за этого медленно стал ехать, а этот не успел остановиться. Угу. И поэтому, может быть, я не уверяю, может быть, не. Да, да, да. Ну, значит, начал вот так уходить, и мы в него. Он в кювет улетел. Uh-huh. Если это он лежал, то он, я не знаю, дальше я не знаю. Мы остались. А здесь тоже, да? Вы здесь видели? Кто-то, я вот этот не знаю, куда лежал. Или это он лежал, или это еще до нас там лежал. Третий. Вот он был, у него был прицеп. Прицеп? Ага, прицеп. Насчет прицепа я не знаю. Да? А, насчет рассказывать. Угу. Он прилетает вверх, и столкновение случается так. А, вот так, да? Ага. Ну, этот-то здесь был. Ну, по крайней мере, когда я видела, вот так все было. Вот так вот было. И мы здесь. Вот так было. Вот так было, да? Да. Точно на лобовое столкновение. Ну, мне показалось, что слегка вот так. Вот так, да. Не так прямо, а вот, ну, как-то так.